three. Three. Four. Three. Four. Five. Валют. Fine. Валют. Ну, по-английски же ты правильно считаешь. Давай правильно по-английски себя мама на камеру снимает. One. Two. Three. Four. One. Fine. Five. Six. Six. Seven. Пилом. Крыши нету. Там светло. Вот эта пристройка там. Или он строится? Или он кладут? Что-то не до конца положили. Офигеть, какой он огромный. А там кто-то есть. Там, смотри, какая спереди пристройка. А, это как крыша будет продолжение. А, я не пойму, что это такое. Здесь тоже, я помню, нас... здесь вот жил как раз, помню, что мальчик. Чешется, что ли? Все, чеши больше. Вот он брошенный. О, смотри, тут ну, поросло. И его, видишь, загадили. Ну да, вот машину ставят. Смотри, что деревья. Ну, хозяин приедет и обалдеет. Песок. О, как заросший совсем, смотри. Там и не пройдешь. Идем, посмотрим. Там и не пройдешь даже. Не хочешь смотреть? Ну, посмотри отсюда. Сейчас мама посмотрит. Ворота посмотрим. Прям так... симпатичный такой домик, хорошенький. Красивый. А что же тут было? Я даже не помню. По-моему, здесь все было построено же уже. Зиму убирали. Как очень хорошо вам как отделали. Ага, кирпичики сами старенькие какие-то. А-а-а, с блёстками. Машина там едет. Все вон уже. Красивый дом. Вон, Дим, видишь, вон какой дом? Ага, окошки такие, смотри, клёвые. Осталось крышу сделать, да? А пахнет, чувствуешь, деревом? Ага. Прям вообще классно. Крышу осталось сделать. Ага, окошечки такие классные. А забор, смотри, какой. Красный, зеленый, хорошо было бы тут. Сережа. Сережа тоже строит такой дом, да. Только у него в другом месте. А тут смотри, какой маленький, аккуратненький домик. Вот я говорю, вот нам бы такой вот. И это для машины он есть. Я купила вот такой вот участочек. С аккуратненьким, чистеньким домиком. Давай бумажку оставим, может они продают. Тут и антенна. Ба, тут антенна, смотри. Три это для комнаты, телевизора, что ли? Было, три комнатки. Три? Машинка, что-то там. Это не машинка. И банька там некрасивая. Ага, и все так это. Окна красивые. Там даже второй этаж. Второй этаж даже. Мансарда. Идем машинку. Машина там приехала. Только тут, конечно, ехать вот по бездорожью долго. А, ну если хотя бы без ноя. А ты что, согласна? Ну да. Шамайка. Смотри, какие красивые. Это шамай. Там детский ребенок. Шамай. Смотри, какие симпатичные. Ага. Смотри, как они летят классно. Ой, машина новая. Там ребенок спит, Тим. Пойдем. А ты его сейчас разбудишь. Назад? А что там? А то жарко. Да сюда! Всё, давай еще. Не так отрывать надо. Ну вот. Все разлетелись в итоге. Смотри, какие зонтики. Я думала домой их принести. А смотри, мам, какое здесь растение. Сейчас увидим. Смотри, мам, какое растение интересное. Что это такое интересное? Один надо еще искать где-то. А здесь что-то крапиву, что ли? Красивый домик. Красивый.
А то он как заросший, смотри, там вообще не пройдешь даже. Просто даже пройти вот так. Вообще прям исколешься вся, наверное. Да ну нет, тут же раздавали Дим. Дима, Дим, вот посмотри ты, посмотри, какая грязь. Ну зачем ты так делаешь? Ну сейчас придется ехать в город. Ну зачем ты делаешь так? Пошли, ну тогда веди себя прилично. А вот здесь, я помню, жил мальчик. Мальчик жил, по-моему, здесь как раз дружили мы с ним. По-моему, в этом домике. Или нет? А нет, там какой-то другой уже дом. Все, уже замок висит, никто не приезжает. А тут какой хороший. А вон домик тоже стоит небольшой. Да, тут какая он дверца, прям с замком. То есть ты готова участок наш продать? Так вы все равно его хотите продать. Рано или поздно. А купить вот другой? Ну, вы так его продадите. Я бы купила где-нибудь в таком месте. Дима, не трогай, кака. Там собачки на это. Собачка облизала. Нет, я бы купила в каком-нибудь другом месте, там, где вода постоянно хоть, чтобы бассейн поставить. Там чужой участок. Сейчас собачка выскочит. Вдруг там собака сидит, охраняет. Это чужой участок. Помнишь, как у Сережи собака гавкнула? Большая была. И все. Испугаешь, что там собак будешь бояться. Я говорю, вода где-нибудь вот купить какое-то, как в Отрадном у них циркуляция воды там ежедневная. Бассейн хотя бы так поставила, отдыхать себе. Где-нибудь там какой-нибудь по Степновке или Яицкая. Может, у них там вода. Ну, у них это. Тут тоже он загажен. Дороги около трассы. Ну, здесь тоже, по сути, бассейн. Недалеко от трассы. Не, ну там он. Слышно, что же. Нет, как ее. Да отпусти, там заноза будет. Заноза? Заноза будет. Видишь, она какая? Дима! Вся эта. Другую мы найдем сейчас гладенькую. Подожди. Учить. А это что там? Снял тут. А, тут прям это. Давай, наверное. Программа, да? Вот. А, ее, наверное, уже кто-то штуку-то саму вот эту резную забрал. А зачем ты снял? Заглядывай. Ну что, работает? Включай. Включай. Сначала кнопка включения. Включение. Да? Выбираешь. Потом программу вот так выбираешь. Она белье туда загружаешь. Так. Ш-ш-ш-ш. А, нету этой дверцы. Не хватает, да? И она работает. Да? Воду набирают. Ш-ш-ш. Да? Что, ты травку будешь стирать? Не всю травку можно отрывать. Клади сейчас, а тут цапнет тебя кто-нибудь. Ты дам не завтрак? Пивасика хочу. Давай, там полно. А ты бронзу убрала в холодильник, да? Бабуль должна была убрать. Она сказала, вроде убрала. Вот давай, одевай. Нет, переверни. Не переверни. Видишь, она вот. Он сам сообразил, кстати. Ну да, кстати. Молодец. Она плохо держится. Сверху грязно. Пошли. Пойдем. Будет. Все, стираться, да? У тебя там стирается все? Все, потом придем. Все, через 3 часа как раз придем, посмотрим, постиралось там или нет что-нибудь. Наверняка там уже должно было что-то постирать. Сад наш отсюда как смотрится хорошо.